масса странных людей, очень сильно разбогатевшие на НЛ, выскочившие из публичного дома 2, без мозгов, с коротким членом, без мозгов и с маленьким членом, чьи жены предлагают свои услуги за 1000 евро, выезжают в любой отель. Вернее, не жены, а теперь сожительницы. А они якобы отдыхают в Париже. И все такие накачанные. Покупайте НЛ, обогащайте их. Обогащайте их. И вы, если вы найдете команду таких же дебилов, как вы, то вам, может быть, дадут в кредит Мерседес. И вы даже с ним сфотографируетесь. Ведь Мерседес – это показатель уровня жизни. Это показатель. Только для настоящих лохов. Кредитный Мерседес, либо не кредитный. И вообще любой другой автомобиль может являться показателем уровня жизни, да? Показатель уровня жизни – это наличие у вас недвижимости. Это наличие у вас определенного уровня. А этому уровню соответствует, может быть, человек 10, самая верхушка НЛ. А больше никто не соответствует. Остальные просто пускают вам пыль в глаза. Но если вы идиоты, ведитесь на эту пыль. Я вообще ни разу не против.